Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале питомника Марини Стик. Сегодня 16 января 2021 года. И у нас произошли небольшие изменения. Мы получили вот такенную, красивенную и очень качественную клетку для собачек от фирмы Royal Canin. За бонусы, которые вот вы можете так же, как и мы, получать при использовании, пользованием сайта Royal Canin, использованием купона, который мы даем в подарок нашим питомцам, выпускникам нашего питомника. Копятся баллы на сайте, когда вы регистрируетесь. Потом вы их можете обменивать на определенные подарки. Мы заказали загоны и вот такую клетку. Она, вы видите, с подносом. Она достаточно большая и очень-очень удобная. У нее открываются дверки и с одной стороны, и с другой. У нее есть ручки для того, чтобы переносить эту клетку. Внутри есть поддончик, который можно вынимать и менять, как говорится, чистить клеточку. С этой стороны дверка. Очень удобно такую, например, клетку использовать для транспортировки. Вот как у нас много собачек, постелить туда мягкое одеялко, например. Есть специальные ручки, за которые можно ее переносить и использовать для транспортировки в машине, если мы перевозим собачек на какие-то длительные расстояния. Вот. Поэтому, если у вас есть вот возможность такими купонами пользоваться, как мы предоставляем своим выпускникам своего питомника, очень качественная, очень качественно сделана, очень толстое железо. И мы получили ее в подарок за вот эти вот баллы, которые копятся после покупки кормов на сайте Royal Canin. А также мы получили клетку для наших перепелят, которые уже подрастают и скоро из брудера будут переселяться вот в такие специальные клетки, в которых уже заранее придуманы система поения вот такая, поилочки тут будут, кормушечки большие, брудерные тоже. Они пока у меня вот здесь в стороне, мы пока ничего не собирали, потому что как только птички подрастут, вот такие у них будут кормушечки, что будет существенно облегчать мне уход за моими питомцами. Вот таким образом они будут сюда, там есть крючочки. Они навешиваются, прикрепляются, засыпается туда корм, а вот сюда вниз будет выкатываться яички. Вот. Буду заказывать еще такую клеточку, потому что планирую несколько пород перепелов держать, чтобы создать семьи. И можно было их размножать, инкубировать, выводить новых птенчиков. Ну, виконт до сих пор живет с нами, играет с игрушками, потому что я уже сказала, Фима нам устроила бардак, перевернула только что миску. Тася переехала вот сюда к птичкам, где потеплее. Ой, Юлька сидит в раздумьях, не знает, чем заняться, отдыхает от малышей. Тяжело уже мамулькам нашим. Карапузы подрастают. И скоро их тоже надо будет переселять с моей кровати, потому что они постоянно от мамы убегают, ползают по моей кровати и, не дай бог, упадут. Будем думать тоже, куда их отгораживать, переселять от наших взрослых собачек и чтобы было потеплее. Ну, ребята, ну зачем вы корм-то закапываете, переворачиваете? Вот интересно. А также, господи, ну окончательно развернули все, что можно было развернуть. Виконтик у нас, крошка-малышка в продаже, мальчик. А также хочу сказать огромное-огромное спасибо Ирине Петровне Г. на вкусняшки для ваших питомцев. Значит, сегодня, дорогие друзья, вечером мы будем опять кормить наших собачек мяском и показывать, рассказывать, как наши собачки с удовольствием вкушают вкусняшки. Я не хочу сказать о том, что если бы нам не помогали наши подписчики и не дарили бы нам вот такие подарки на вкусняшки для наших питомцев, то наши собачки оставались бы без вкусняшек. Я просто хочу сказать, что с вашей помощью наши собачки будут получать такое количество свежего мяса, разнообразных вкусняшек, новых игрушек гораздо в большем объеме, чем мы могли бы им
предоставить без вашей помощи. Поэтому помощь принимаем с большой-большой благодарностью. Спасибо вам за внимание к нашим питомцам. А также, конечно же, будем сегодня показывать и рассказывать о наших малышульках. Они сейчас спят. Мамульки их покормили, отдыхают. Малышульки спят. Не хочу их сейчас будить. Но как только там появится какая-то интересная активность, мы обязательно вам покажем наших малышек. А гостям нашего канала напоминаю, 7 щенков чихуа уже полностью готовы в нашем питомнике к переезду в новый дом. Полностью готовы. Это значит... дважды привиты, чипированы, прошли все карантинчики, социализированы, приучены к пеленке, умеют гулять на улице. Сейчас, к сожалению, несколько дней подряд у нас совершенно жуткие холода. Стоят морозы до -31, -28, -29. Конечно же, мы не гуляем с нашими питомцами, но я могу их показать вам дома вот так вот в повседневной жизни, чем они тут занимаются, когда они ходят на прогулку. А птенцы наши оценили песочные ванны. Вот так вот до сих пор они купаются с удовольствием. Сегодня им первый раз предложила вот эту ванну с песком и с золой. И вот некоторые там даже засыпают после купания. Так что, собственно говоря, все у нас идет своим чередом. Все потихонечку растут и взрослеют. Птенцы скоро будут переезжать вот уже в новую клеточку, которая к ним мы заранее купили для них. Я пока буду заказывать вторую клеточку для других пород перепелов. Потом мне надо еще будет заказать клеточку для курочек побольше размером. Вот готовимся уже к весне, к весеннему сезону, когда будем покупать сельскохозяйственных животных для содержания и личного пользования нашей семьи, скажем так, получение свежих куриных яичек, перепелиных от наших птичек. Ну, а Виконтик он наигрался со всеми, устроили маме бардак, Аська спит, Дуська спит, на птичек все любуется, Виконтик ушел спать вот туда. Поэтому не прощаемся, дорогие друзья, с вами надолго. На ночь даю сырое мяско. Сегодня буду давать мяско говядина, вырезка, как давали вчера, в перемешку с сердцем. Все сырое даем на ночь, потому что днем наши собачки кушают сухой корм. В течение дня мы еще даем свежие сырые овощи и фрукты. Ну и иногда периодически даем творожок, например, с перепелиным яичком. Не каждый день, так как у нас уже взрослые собачки. На этом, дорогие друзья, всем пока-пока. Прощаемся ненадолго. Увидимся в новых видео. До новых видео и до новых встреч на канале питомника Мари Мистик. Здоровья вам и вашим питомцам.